Город Москва, тут интересный такой граффити. Это торговый дом Атриум. Вот левое его крыло со стороны Курского вокзала. Вот там видно, что это Атриум. Кто в Москве был, тот знает, что это Атриум. Ну, а здесь Курский вокзал. И вот интересное такое изображение, ну, можно даже сказать, большое такое граффити. И там написано так: «Ты разбудила во мне давно забытое». Вот вопит там, этот, и не слышно, да? Поэтому вполне такое романтичное, такое, такая романтичная фраза, скажем так. «Ты разбудила во мне давно забытое». А тут еще какая-то надпись. Нет, наверное, это латинский. Латинский, да, буквально.